Всем привет, подписчики, привет. Хочу сделать обзор на монету острова Мэн, 1 крона 2012 года. Вот такая монета есть у меня в коллекции. Это памятная монета 100 лет гибели Титаника. Давайте перевернем. Здесь небольшой есть дефект. Можете обратить внимание. Пятно. Вот. Гурт рубчатый. Такая монета стоит в районе 500 рублей. Но в моем случае из-за дефекта, ну, рублей 200-250. А то и может и меньше. Медно-никелевый сплав у этой монеты. Монета красивая. Вот, спасибо за обзор. Подписывайтесь на канал. Всего доброго!